Что ты делаешь? Капец. Не застрелить сейчас. Чуть быстрее. Это тоже чуть-чуть быстрее. У меня же слезы с глаз пошли. Идиоты. Как их после этого застрелить? Скажи своим охранникам, чтобы они услышали. Да. Боты такие, боты. Я с тобой тоже так идёт, смотри, что это? Может, им сказал прыгнуться 7-7? Или нет? Только не говори 7-7. Хоть скажи, расслабься, они все равно будут так. Ты им скажи положение, стой просто. Ай, блин. А чего ему только не говори? Идиот, идиот. Ну. У них, наверное, в пресс глазах. Да, не знаю. Даже пресс глаза. Точно, мама. Папа, мама. В рацию можно что-нибудь поставить, но. Че? Бля, эти дым вообще ненавижу я. Красный дым, желтый дым. Зачем мне эти игрушки, бля? Все равно нам на помощь никто не придет, да? Все равно мы сами по себе, да. Надо подсолники взять побольше. Чип и Дейл не придет к нам на помощь. Ба, нам на помощь никто не придет. Ба. Маром. Так, мини-гранаты, они дальше идут, да? Да. А та... Но а, они менее убойные. Какие в рацию гранату можно поместить? Да. Я туда положил эти два патрона и один патронный заряд. МРКО взял себе. Прицел Night Stalker ДМС. ДМС-чик тоже поставлю. Ну это место рюкзачка у меня, короче. Да. И это сюда поставим. Савошу! Савошу! Давай быстрее, они уже через 5 минут едут. Все, уходим. Монтазером! Монтазером! Так, монтазером! Монтазером! Другие есть придурки. Чехминем? Ду! Савошу! Шенида! Савошу! Анджоми! Гуси побежали. Тык-тык-тык-тык-тык. Куда они убежали? Они через забор пришли. Другие придурки. У фабрики встречаем. Да. Да? Да. Альтийский дрифт. Как по автобану гоняешь, такое ощущение, как будто ты в гоночки играешь какие-то. Да. Самая реалистичная езда после GTA. Ну, в GTA 4 не очень реалистично, в 5 не знаю. Да, 5. Прикинь, GTA 5 километр дальше, чем в армии. Нифига. Я 5 километров, брат, полчаса ехал, что ли, блин. 5 минут, по-моему, где-то. Километр 5 минут где-то.
скорость 1 км в час. Ну нормально быстро ехал. Там такие дороги тоже там. И тут нормально. Ну как бы самый лучший считать. Арма и ГТАшка какая-то. Да. И обе песочницы. Делать да, да, лучше. Да. Там тоже интертактор есть. Вот, блин, сейчас на комбе она выйдет, блядь, такие моды будут на GTA-шках. Миссии будут. Интересно бы в лайф-миссии поиграть, там где 100 или 1000 игроков будет, будет офигенно. Да. Бля, я куда поехал? Надо через стадион ехать, а потом налево. У Шумахера учился. Он только тех, кто в Германии живет, учит. Ага, ты оттуда приехал, откуда они поедут. برو بالا حاضرم فهمیدم حاضرم осторожно мину поставил, дальше не едь. Нет, они на технику. Твои гуси пошли. Там уже в доме я практически все окна занял. Одно верхнее окно свободно. И в три внизу окна. И дверь. Хотя, точнее, два. Что он делает, бля? Смотри, куда он идет. Да. Прям на ефир идет. И там крутится, он застрял. Он делил, да? Бля, действительно удивил. Попробуй отгони ефрит назад. Чуть-чуть. Монтазером. Блин, вот они наркоманы. Бля. Ты что-то не то делаешь, а у тебя как наркоманы ходят согнутые без оружия. Куда-то в поле ушли. Как они? У меня оружие-то где дебилы. Сволочи, блядь. На спине. Ты что-то не то говоришь, Дэн. Да ёпшу. Мунтазерам. Этот вообще сел. Омодам. На задницу. Я им сесть сказал. Ну, может, возьму оружие. Ну, прикинь, он вообще на задницу сел, как у костра. Вот этот пулеметчик. Горячо. Шенидам. Горячо. Хворит чё? Чё, тут их будешь ждать? Они уже подъезжают потихоньку. Ну, я им сказал, чтоб не стреляли. Может, возьмут оружие, когда скажу стрелять? Может быть. Тупые. Блин, чё я сделал?
Я хотел дверь открыть. Из-за этого нажал. Хотел дверь открыть и нажалась взрывчатка. Вместо двери. Ты живой? Да. Она хорошо, что слабая. Панч, бурагап. Шанидам. Амадам. Нехило, нехило бомбануло. Может, сохрани еще? Сохраняю. Сразу вот сейчас сохрани, четко будет. Сохраняю. عقب نشینیم شنیدم سه باریکشنی твой бот на улице бегает да, я его с собой повез. Хочу его на снайперскую позицию поставить. Попробовать. Амадам. Открыть двери, открыть двери, открыть двери, закрыть двери. Как тебя наверх поставить? Хэнч, курубалам. Мунтазерам. پنج برو به راست شنیدم چه بویشکوف پکا نی ویدنه نه نادیس انی نی زاسترالی دینت آمادم پنج برو عقب انجام میدم هدف ناشناس 600 متر آه یدو 600 متر говорит бот خودرو 700 متر شرق کامیون 600 متر شرق پنج روی زمین بخوام وانت مسلح 600 متر شرق به پایین ساکت درگیری کامیون وانت مسلح نیم کیلومتر شرق حرکت ببینم وانت مسلح 400 متر شرق پن روی زمین بخواب دشمن دیگه کلوچه یا گتو کامیون 400 متر راست به شرق مو مو ایدیوت стоит сейчас его завалит پن هدف نیست по нему стреляет. Это по ефритику, по-моему. О, может стрелять. Может, может. Сарно. Или как усишен? Да, Кири. Ба. Экзапы. Сам ты сам. С РПГ. Да. Я живой пока. Тут все равно четкое место.
Надо было, знаешь, мой ефритик убрать оттуда, и чтобы они не видели ее. Потом уже... Наверное, надо да, было. Да, да. Потом выказить. Да. Давай так сделаем.